Поесть вкусного варенья и помочь нуждающимся. В столице республики прошел ежегодный день варенья. Свою продукцию на импровизированной ярмарке представили учащиеся образовательных учреждений и их родители. А все собранные с продажи варенья средства направят на помощь маленькому Ване Оконечникову. Подробности об этом в сюжете Павла Танина. В очередной раз день варенья был рад гостям на территории этнографического комплекса «Чучур-Муран» в Якутске. На пробу посетителям представили не только заготовки из ягод и фруктов, но и пироги, блины, а также другие сладости. Все это учащиеся городских школ готовили сами. Мы участвуем в этом празднике не первый год. В этом году наш класс представил более 40 баночек с вареньем, более 13 видов. Большинство продуктов у нас уже раскупили, все самостоятельно готовили. Например, мы вчера варили с сыном варенье прямо вечером накануне праздника. В этом году день варенья стал третьим по счету, и традиционно все средства, собранные от продажи, пойдут на благотворительность. На этот раз помощь оказывают Ване Оконечникову. Младший сын многодетной семьи родился с диагнозом ДЦП. В конце прошлого года у Вани умерла мама, а в этом году после перенесенной плевропневмонии мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Для Вани мы собираем средства для приобретения аппарата ИВЛ. Он сейчас лежит в больнице, и чтобы ему быть с родными, быть дома, да, ему нужен вот именно домашний такой аппарат, да. Стоимость аппарата составляет порядка 1 000 000 рублей. Помочь Ване и другим детям можно не только продажей варенья. С 5 сентября в Якутии стартовала благотворительная акция по сбору средств. Любой желающий может отправить смс-сообщение со словом «Якутия» и указанием суммы пожертвования на единый номер 3443, который будет работать на постоянной основе. И на данный момент уже удалось собрать чуть больше 120 000 рублей. Павел Танин, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.